чувствую, будет весело. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте! И добро пожаловать на канал Гигидори. А мы продолжаем прохождение Dark Souls 3. В прошлой серии мы победили боссов, многочисленного босса, дьяконов глубин. Теперь мы можем спокойно продвигаться дальше. Я надеюсь, что туда нам больше возвращаться не нужно. Вроде как, вроде. Мы там все нашли, мы там все прошли. И это хорошо. Хорошо. А грабик нам уже бежит тем временем, да? Ну ладно, давай, давай, иди сюда. Иди сюда, моя золотая рыбка. Опа. А вот не надо. Ой, хорошо-то как. Прям прекрасно, мне нравится. В первое время, когда я проходил, у меня... Блять, было с ним очень и очень много проблем. Меня здесь нет. Меня тут нет. Сука, я не хочу ни с кем драться. Оставьте меня в покое. У меня есть угли? Нет, у меня углей нету. Господи. Я не хочу. Где это чудовище? А, шаги, слышишь? Меня здесь нету. Не хочу ни с кем драться. Отстаньте, пожалуйста. Он где-то ходит. Он ищет меня. Да? Сука. Ой, синий страж Фоксик. Хорошо. Ваш мир вторгся в сторожи. Ой, пошла вода по кочкам. Не одно, так другое. Вон, дерутся, да? Дерутся. Еще один прибежал. Так, ну-ка, оп. Тихо. Тихо. Это было сильно. Это синий страшно колдовал или кто? Темный дух повержен. Гац погиб. Так, а он меня видит, нет? Не знает, где я? Или нет? Мне кажется, он меня спалил. Он определенно меня спалил. Главное, чтобы этот меня не спалил. Тихо, 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 тихо. Это чисто по приколу. Шоу. Просто шоу. Это сильно. Страшно, куда ты? Ну что же ты? Блядь, не дай бог он меня увидит. Не дай бог эта гадость меня увидит. Он уже мне люлей ставит. А есть что-нибудь, чтобы... мобы злились на фантомов? У меня ничего такого нету? Какого-нибудь семя древа гигантов? Чего-то нету. Блин, я надеялся на победу синего стража. Не получилось. Тихо, аккуратненько. Ну-ка. Я его не слышу. Вон он. Падла. Ищет меня. Врешь, не найдешь. Тихо. Тихо. Аккуратненько зайдем внутрь. Бегает, ищет. Так, он куда-то туда пошел. Надеюсь, он меня не увидит. Но я его, по крайней мере, не вижу. Нормально. Все хорошо. Кольцо мудреца, капюшон чародея. Ну-ка, тихо, 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 веточка. Кто я? В принципе, нормально. Аккуратненько выходим.
Все нормально, все хорошо. Где-то рядом. Я услышал, сука. Он сильный, вы видели, какая у него магия? Он не должен был ко мне присоединяться, так нечестно. Я в самом начале игры практически. А он тут такой весь из себя офигевший. Ну-ка. Играем в стелс. С живым чуваком. Какова вероятность, что он сможет меня найти? Так, надо аккуратненько по краешку, да, идти? Не главное зажечь другой костер. Он меня ищет. Я не знаю, где он, но он меня ищет определенно. Вон он! Лошар! Блять, он меня нашел. Он меня нашел. Или не нашел? Блять, нашел. Сука, нашел. Он меня спалил. Ты меня спалил? Он меня спалил. О, страж, страж, помоги мне. Страж, где страж? Иди сюда, собака. А я туда к тебе не пойду, даже не надейся. Нет, я с собой не пойду. Ты злой. Вон страж. Ну ничего, я тут-то. Тут-то я. Так, а тут же как-то где-то пройти можно, да, аккуратненько? О, иди сюда. Иди сюда, моя рыбка золотая. Мне нужно там через верх пройти, немножечко аккуратненько, да? Вот так вот, хорошо. Мне главное как-нибудь увильнуть от всей этой засады. Но у меня вот тут-то еще беда. Ой. Он же пока меня не видит. Я могу тут спрятаться, да? Мне бы выцепить одного из вот этих двух, чтобы подраться. Пока тот занят, синий страж. Вот, вот, вот. Хорошо, хорошо. По одному. Прекрасно, шикарно. Давай, иди сюда. Сюда иди. А то надоело уже в прятки играть. Ой, хорошо. Станется. Прекрасно. А? Беги сюда. Иди сюда. Ну иди сюда. Отлично. Нормально. Ой, а это... Атака не отразилась. Ты, прыгунок. Ай-яй-яй. Вот это плохо. А чё вас двое? Подожди. И давай еще красный фантом сейчас прибежит, и мне вообще будет весело. Так, тихо. Уходим. Уходим вниз. Просто уходим вниз. Там есть костер. Собака ты, некрещенная, блядь. Не получилось убежать. Почти успел, почти, чуть-чуть. Ну, вонюсенько прям совсем. Нет, нет, не дали. Ладно, угля нету, что поделать. В баню всех этих стражей. Все, не хочу. Козлы. Ужасно, просто ужасно. Вот это вот. И еще есть одна локация, в которую очень и очень сильно любят вторгаться. Вот. Это одна из двух локаций, которая по праву считается ПВПшной. Ой, это я зря сделал. Выносливость. Не следим за выносливостью. Ой, хорошо. Нельзя ни в коем случае забывать, что существует зеленая полосочка выносливости. Иначе будет не очень хорошо. Ладно. Теперь мы, в принципе, тех двоих можем спокойно уничтожить. Без каких-либо проблем. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Эх, синий страж, я так на тебя надеялся. Ладно. Он повалил двух синих стражей и одного пса Фарона. Ты прикинь?
такой мощный типчик. Пойди мои души. Эй! Дурака кусок. Сюда иди. Ага. Сюда иди, я тебе сказал. Мы здесь с тобой драться будем. Ага. Че еще расскажешь? Бэкстеп? А, не получилось. Ой, хорошо. Че, не хватает, да, стоп? Тихо. Угомони свои таланты, понял, да? Лечится он мне тут с дубом. Клирик недоделанный с огромной дубиной. Стыдник. Что больше такого я не видел. Никогда. А ты че? А все? А теперь без дружка? А что ты сделаешь? А ты один, все. Тебе больше никто не поможет. Ни фантом, ни друг твой, клирик с дубиной. Все. Ты одиночка. Ай-ай-ай-ай-ай. Ой-ой-ой. Я бы, кстати, боялся, что эти успеют догнать. Прежде чем я спущусь. А нет. Тот долбанный фантом красный сделал все раньше них. Успел, подлец, успел. Ладно, ничего страшного. У нас тут осталась легонькая прогулочка. Сидеть, я думаю, сейчас спускаться не будем. Тут облазим сейчас все болото, пособираем все ништячки, которые найдем. И пойдем дальше. Так, на всякий случай. Чтобы было просто полное здоровье. Сотры царя падшего. Прекрасно. Крабик. Выходи раз на раз. Застрял, бедненький. Ага. Ой, ладно. То, что он застрял, еще не означает, что он не может драться. Ага. Ау. Тихо. Да подожди. Да подожди, подожди, подожди. Ой, хорошо, вовремя, вовремя отскочил. Ай-яй-яй-яй-яй. Больно, 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 больно. Ну, не так больно, как Годрик. Да все, подожди. Все, я готов с тобой драться. О, ты ничего не перепутал? Заныкался. Заныкался. Я же в воде. А что заныкался тогда? Это он? Это тот крабик? Или не тот? Это тот или не тот? Возьми в таргет. Нет, это не тот. А где тот? О, господи, а где тот крабик? Это же сейчас опасно. А если двое прибегут? Что я с ними буду делать? Танцевать? Не, ну как вариант. Ага. Тихо. Да ну что ж ты? Почему с тем крабом у меня не было проблем, а с вами какая-то херня началась, а? Поясни. Вот, хорошо. Шикарно. Отлично. Кольцо Великой Топи. Ну, это для пирамантов. Мы с вами таковыми не являемся. Вот. Вот. Пятым местом чую, где, что где-то тут будет подстава. Где, пока не понимаю. Вот вылезет же где-то тот крабик. По-любому вылезет. Все это медленно происходит. Хорошо. Так, зеленоцвет. Допустим. Тут у нас что? Травяной щит. Прекрасно. И оп. Шикарно. Отлично. Так, вот это вот давайте сразу сейчас завалим. По-быстрому. Давай, все хорошо, нормально, отлично. Дикое животное. Очень дикое животное. Еще один. Так, нужно первым. Хорошо, отлично, прекрасно, замечательно. Ай-яй-яй, тихо, ну все же так хорошо было. Тихо, да кувыркнись ты. Что за херня? Ой, одного удара не хватало, одного, блин. Как так-то? Так, этих вальнули, допустим. Хорошо. Тут у нас что-нибудь где-нибудь есть? Так, ну там мы были. Там мы собрали. А все, осталось туда пройти и можно вниз спускаться. Ядовитое болото.
полезнейших борцов с бездной мы вряд ли успеем победить. А вот заблудшего бродячего демона, в принципе, вполне. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо, все хорошо. Тихо-тихо-тихо. А! Спалил. Бэкстеп! Лошара, лошара! Давай, раз, два, три. Ой! Я нажал кувырок. Из... А, да. У меня здоровья нет. Ладно. Как раз. Идеально. Противников больше нету, насколько я знаю. О, скимитары. Отлично. Можно качать вторую партию, скажем так. Уголь фарона. Отлично. Все шикарно. Все идет как нельзя лучше, даже учитывая то, что у нас в историчках ХП осталось. Так, там ящерку мы не забудем про нее. Потом к ней обязательно придем. Отсюда мы все равно не сможем. Вот видите, с этой стороны не открыть. Это потом, потом. После болота аж. Давай. Че ты? Давай. Давай. Ты сможешь. Я в тебя верю. Отлично. Хом запасаться, наверное, не будет. Вот, кстати, за клирика играл. Брал с собой два заклинания. Очищение, которое очищает от всяких там ядов и тому подобного. И заклинание, которое постепенно восстанавливает здоровье. Вот этими вот двумя заклинаниями я с радостью пользовался. Оно тут очень удобно. Но сейчас мы простые наемники. И обойдемся без этого заклинания. Кому пурпурного мха? Хорошая, полезная вещь. Так. Пацаны, привет. Как дела? Оп. Оп. Ах ты ж, падла. Задел. Мне не страшно. Ой. Чуть под атаку не встал. Ну подожди ты. Ах ты ж, тварь. Вот так хорошо. Потертая маска. Допустим. Эй, как дела? Так, ну да, одного, в принципе, с головой хватает удара. Так, я, наверное, сразу так сделаю. Мох очень и очень полезная вещь. Осколки-то нет, ну, пригодится. Да ну хватит. Травление. Да что ж такое? Нужно все сильнее и сильнее начинать чесаться. Ага, так хорошо. Так, где-то тут должен быть рыцарь. Где-то он рядышком совсем. Радужный камень. Так, там тоже что-то есть. Каменная парма. Что это? У вас что-нибудь есть? Нет, у них ничего нет. Отравился, отравился. Ладно, ничего страшного. А, вот он. Ну, здравствуй. Просто здравствуй, просто как дела? Вот это сейчас мне повезло, так как? Ага, что еще расскажешь? Ха-ха, лошара. Ибо нифиг было лезть. Вот если бы ты ко мне не полез, все было бы у тебя хорошо. Но нет, он полез. Уголь знатока, допустим. Тихонечку набираем угольков. Так, ну что, идем сюда? Ну давайте, чего нет-то. Очень большая локация и очень много всего можно пропустить. Ну, тут, по крайней мере, яд не такой страшный, как в том же втором Dark Souls. Там яд, это что-то с чем-то. Как дела? Хей, привет, братан! Нет! Тихо, 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 тихо! Все хорошо, все хорошо. Выжили, 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 выжили. Нормально! Роман! Все в порядке. Осколок титанита, допустим. А, это палатина все еще, господи. Я думал, земля. Так,
Еще осколочек. Так, ладно, думаю, потом по-другому просто чуть-чуть пройдем. Мы тут должны все обыскать. Хотя, а оно мне надо? Вот скажите мне, нужно ли оно мне все? Вот это вот все обыскивать! Фух, напугал. Не знаю, не уверен, стоит ли, не стоит. Это просто, можно сказать, лишняя трата времени, с одной стороны. С другой стороны, это накопление души всяких приколюшек, предметов. По сути, все, что мне нужно было из предметов, у меня уже есть. Не считая только материалов для улучшения оружия. Не знаю, буду думать. Буду думать. Скорее всего, все, конечно, пройдем, но загадывать не будем. Главное, в любом случае, у нас задача — это убить всех боссов. Остальное все не так важно. Так, еще два огонька надо будет потушить. Потушим, куда денется. Есть что? Никого? Ладно. Сценить. Да, спасибо, я уже понял. Так, там у нас костер. И два типа. Ну-ка. Иди сюда. У меня кончаются ножи метательные. Плохо? Ага. Молодец, молодец. Мозгляки их, по-моему, зовут, да? Если я не ошибаюсь. Почти. Хуже мозгляка может быть только мозгляк с копьем. Так, наверное. Вот сейчас. До Кострика дойдем. Телепортируемся, и я накуплю еще ножичков метательных. О! Комочек. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, а что так много? Дядь! Угомонись! Ай-яй-яй! Давай, добью! Да! Все, хорошо. Хорошо. Ну, разменялись немножечко, нормально. Размен тоже неплохо. Еще кто-то где-то спит. Фляжка прилетела. Так, мне что-то где-то как-то не так пошло изначально. Ладно. Ладно, сейчас сидим. Бежим туда. Нет, телепортируемся. Кого? Храм огня. Костер. Да. Отправиться. Храм огня. Храм огня. Давайте отдадим угли, прокачаем скимитары вторые. Да, укрепить, пожалуйста. Вот так. Раз, два, три. Хорошо. Закалить. Давайте. Ага, подожди, пока нельзя, да? Передать уголь. Вот это да. Этот уголь из легиона нежити. Он использовался для создания оружия хранителей бездны фараона. Редкая вещь, большая честь работать с ним. А теперь я подготовлюсь к закаливанию особых самоцветов. Пославим богов, пора размять музыку. Так, уголь знатока. Так. И зачем же легиону нежити такой уголь? Я слышал, что один из кристаллических мудрецов объединился с хранителями бездны фараона. Думаю, так оно и есть. Знаешь, этот уголь до краев наполнен магией. Первый раз такое вижу. Мало удивительно. Я никогда не был книжным червем или философом. Так, укрепить. Не то. Закалить. Вот, мы можем добавить ему урон от тьмы. Так, ну это на скалирование. И это у нас... А этот у нас, получается, сохраняет действие.
это... Отравить. Это тоже сохраняет, сохраняет. Грубый самоцвет тоже, кстати, неплохая вещь. Можно самому будет закаливать, как хочешь потом. Ну, этим. Я забыл, как называется, сейчас скажу. Ну нет, я беру глубинный самоцвет. И вот так вот. Да-да-да-да-да. Это, как? Да, оно, где? Вот. Смолы. Смолами можно закаливать. Так, ну давайте переговорим. Чего нет-то? Привет. О, значит, ты здесь? Повторюсь, я Орбик из Винхейма, я обучу тебя чародейству. Начнем с основ. Совершенный чародей справляется с двойным ликом дракона. Ты хотя бы притворишь, что слушаешь. Звучит чары, а мы ему ничего передать не можем, да? Если ты захочешь забирать жизни ради забавы, остановись. Не важно, кто будет жертвой, у каждого есть свои последствия. Даже омыв руки в крови, я не понимал этой простой истины. Да, я был полным дураком. Ладно, ладно, ладно. У меня же где-то что-то есть, надо его передавать. А, вот ты. Чего родить свою благодарность? За доверие, оказанное ничтожному пироманту и возможность взглянуть на это величественное пламя. Как и обещал, я поделюсь с собой знаниями о пироманте, но сначала тебе понадобится собственное пламя. О, спасибо. Смотри, не обожгись. Укрепить. Можно, но... Стоит ли? О, да. С этим фолиантом я могу обучить тебя более сложной пироманте. Замечательно, могу гордиться тем, что побуду твоим учителем еще какое-то время. Вот жалко, что никак в первой части, то что независимо от характеристик у тебя пиромантия, главное перчатку качай и все будет хорошо. А тут нет, к сожалению. Ну и ладно. О, чемпион пепла, с возвращением. Я не смогла стать хранительницей огня, но для меня огромная честь прислуживать тебе у костра. Боги милостивы, как никогда. Я бесконечно благодарна им и тебе. Теперь я в твоих руках, твое желание для меня приказ. Давай теперь, да? Священный фолиант. О, священный фолиант. Теперь я смогу рассказать новые истории о чудесах. История о великих чудесах порой бывает завораживающими. Как нам будет весело? Так, Лондарст. Ой, что это? Это запретный священный фолиант. Это темная история о том, что прячется глубоко внутри людей. История не из приятных. Конечно, если ты настаиваешь, я прочту их тебе. Вот только меня они тоже пугают. Как будто какие-то маленькие существа показывают меня в темноте. А еще, ой, что это? Это запретный священный фолиант. Это темная история. Ага. То же самое. Чудеса. Вот это вот прикольное заклинание, чудо, когда против... Олдрика, пожирателя богов, да? Так же его? Вот просто незаменимая вещь. Вот это шикарное. Но Саранча Дорис еще намного лучше. Чудо. Я про него где-то говорил. Там еще была такая это... пимпочка, скажем так. Еще одно чудо. Если тебе наносит смертельный урон, у тебя остается все равно одна хпшка. Тоже полезная вещь. Тоже часто им пользовался. Так. Ты еще тут? Ну, давно не виделись. Ленхард, безымянный палец, помнишь меня? Я всучил тебе красные глаза недавно. Ты так стараешься, потому что тебе стоит такое, чем знать. Если ты стремишься заполучить нормальное красное око, а не треснувшее, тогда убей темного духа, выжившего на земле, поглощенной тьмой. Много лет он был узником в самой глубокой темнице Лотрика. А, все, я понял, куда идем. Туда, значит, сразу пойдем. Хотя видно, что любишь нападать играть, разве не так? Нет. Если ты стремишься, тогда убей... Да-да-да-да-да-да. Пошли, я себе крысу, мне вернулся? Нет? Это важно. Да, класс. Ну здравствуй, ты как раз вовремя. Пришлось немного попотеть, но мне удалось наконец-то кое-что украсть. Давай погляди, что у него есть. У меня нет, в принципе, ничего такого. Ладно. Со всеми его вроде потрындели, с кем хотели. Сейчас качаем уровень. Да-да-да-да-да-да. И покупаем ножи метательные. Нам без них нельзя. Отлично. Так, бабуль. Дай мне метательных. У тебя нету, да? Значит, у серой крысы должны быть. У него по-любому есть. Ага. Давай, вот они. Все купил. На все деньги. Так, теперь идем убивать. Где? Надо вспомнить немножечко. Это высокая стена Лотрика. Отсюда, да? Да, башня на стене. Щит преследователя.
кончается. Надо заправить. А я прямо сейчас и заправлю. Так. Идем убивать запертого чувачка. Уходи отсюда, я с тобой не разговариваю. Ага. Блин. Стой. 202, допустим. Просто ради интереса хочу сейчас сравнить. Они, конечно, не настолько прокачаны, но лучше, чем ничего. 202 урона было, да? Тихо. Что ты делаешь? 160, да, гораздо меньше, гораздо меньше. Ну, тоже нужно знать, против каких противников, как. Есть же, существуют огненные противники. Сука, не беси меня. Все два, то есть те бьют по 101. Кстати, с этими же гораздо безопасней тут находиться. Так, не получилось немножко. Ой, хорошо. Вот этими скимитарами можно спокойно бить по бочкам, и мне ничего не будет. Шикарно. Вот ключ от зала с подъемником. Отлично. Так, а сейчас поменяю. Вот. Хорошо. Полное здоровье возьмем. Ну, здорово, стой. Как дела? Не надо. Не начинай. Тихо. Ага, не станешься, да? Ладно, допустим. Гомонись. Подожди, подожди. Что с тобой не так? Почему ты такой серьезный? А? Опа, а теперь я. Красное око, отлично. Теперь можно бесконечно вторгаться. Но мы этим заниматься не будем. Так, все, здесь нам делать больше нечего. Пойдем поговорим и поедем дальше, где мы остановились. Залезем наверх, встретимся с псами Фароса, там, ну, с ковенантом. Там еще посмотрим, все узнаем. Сюда. С вот этим вот сидящим щучком тоже есть отдельная веточка. Здорово. Ага, тебе удалось найти подходящее красноуко. Чудесно. Я знал, что ты необычный человек. Аплодисменты. О-о-о. А теперь нападай, играй сколько душе угодно. А если надоест время твоего долга, можешь стать одним из пальцев. Давай же, отдайся в Лосерзарии из храма глубин. А теперь нападай. Да-да-да. Я не знаю, можно одну из двух веток выполнить. Вот тут тетка сидела, мы с ней разговаривали, нет? А мы поговорили с ней? Сирис, по-моему, ее из бессолнечных земель как-то. Так, ладно, хер бы с ним. Не так важно, не так страшно. Так, нет. Руины цитадели, да. Так, едем дальше. Тут, по-моему, там что-то определенно что-то полезное, я в этом уверен. Я не помню, что, но там что-то полезное. Это 100% информация. Даже без вопросов. Да ладно вам. Я готов идти в размен, мне не жалко. Вообще не жалко. Никак. Да, горящий осколок костей прекрасно. Давайте сразу на стену полезем. А где она? Подожди, иди сюда. Куда за... А, вот. Потерялся. Немножечко потерялся. Оп, не угадал. Хе-хе. Лезем вверх. Все остальное внизу будем чуть-чуть позже осматривать. Ой, какая-то высокая и высокая лестница. Так. Тут, я помню, тут я знаю, есть одна приколюшка. Сразу сюда пойдем. А еще тут где-то ящерка. Ага. Стой! Не уйдешь! Врешь, не уйдешь. Ай! Ну и все. Ну и все. Так. Где-то. Тут. Нет, тут. Нет, тут. А, вот. Отлично. Пепел мечтателя, замечательно. Вот ковенантик у нас идет. Давайте помолимся. Этикет легиона, попроситься в ковенант, вступить, конечно. Спасибо. Да, все. Ну, и все. Просто вступили и нормально. Теперь будем подниматься вверх. Только вверх. О,
лифт опущен. Прекрасно. Сразу отпустить или не сразу? Не знаю, даже не знаю. Там, кстати, очень много ящеров. За ними бегать — это просто туда-сюда, туда-сюда. Быстро убегают. И опа. Так, ну давайте сразу на демона. Его победим. А, кстати, у нас же еще больше урона наносится от огня из-за вот этого вот колечка. Поэтому глубины, наверное, сейчас вообще не вариант использовать. Ну, здорово. Кстати, вот здесь он в разы сложнее, чем в первой части. Все равно не такой тяжелый, но все равно. Он считается, по идее, как босс. С него даже душа падает. Но полосочки, как вы видите, нет внизу. Давай, ну тебе чуть-чуть осталось. Ай, за выносливостью не доглядел. Ага, нормально. Добиваем. Нет, не добиваем. Вот сейчас добиваем. Отлично. Душа заблудшего демона. Прекрасно. Большой топорик. Что еще есть? Уголечек. Шикарно. Наконец-то. Аллилуйя. Добыли уголечек. Использовали. Ой, как много. У нас здоровье. Еще один. Шикарно. Просто шикарно. Так, идем чуть дальше. С той стороны, по-моему... Так, не тут. Есть копье молнии для клириков. Если я не ошибаюсь, насколько я помню. Ну, сейчас увидим. Сейчас узнаем. Так, башни, которые еще нужно потушить, две штуки. Это серьезно? Это мы столько проходим? Да ну нет. Это вот так вот мы все облазим? Это серьезно? Не, это не такая большая территория, я не верю. Или да? Да ну не, не может такого быть. Что у меня большие сомнения. Так вот, раз ящерка. Вот надо... Ёп, в сторонку. Угу. Да подожди ты. А, остановись. Отлично. А вторая уже убежала, да? Ах ты падла. Убежала. А нет, вот стоит. Стоит? Отлично. Прекрасно. Большой осколок титанита тем временем нам выпал. Громовое копье. Да, не копье молнии, громовое копье. Ну, можно сказать, одна фигня. Так. И теперь вот этого нам надо тоже поймать. Тоже не так легко все это сделать. Тихо-тихо-тихо. Отлично. Только манись. Так, вот отсюда с вами и посражаемся. Их тут много. Созывала. Всех позвал. Мне не страшно, но просто за счет того, что их много, они могут проблемы доставлять. Особенно когда... Ай! Особенно когда за ящерками этими гонишься. Это мне сейчас, я не знаю, просто повезло. Что у меня так все легко и просто сейчас вышло. Было время, я сюда и по 5, и по 6 раз бегал. Ай, больно же. А сейчас прям удивляет, насколько все просто. Подожди. Да угомонись. Да ну ты че? Не дурите, пацаны. А чё не хватает вам два удара, да? Почему? Нормально. Пилигримчик. Блять! Да ё-моё, попади по нему. Да. Косточку будем использовать? У нас сколько их? Давайте в последний костер. В следующий раз переместимся. В храм огня. Прокачаемся, прокачаем фляж. А подожди, а здесь... А, нет, здесь нельзя все-таки сжигать. Так, руины цитадели, да, сюда. Я, кстати, кажется, придумал, как мне все успеть.
сделать. Вот сейчас я буду... Не буду монтировать, а тупо все запишу и смонтирую первый ролик. Мне на поезде, когда ехать, там будет и розетка, и Wi-Fi. В поезде спокойно посижу, помонтирую, никуда не торопясь. И все, тогда успею. Только я вот не знаю, мне записывать еще две серии или три. Сколько хватит. Просто еще нужно собраться, вещи все собрать. Все вот эту вот аппаратуру, которая у меня тут, уложить, сложить. Просто не знаю, успею ли. Ах ты ж падла. Да ну, ай, противные какие. Тихо. Ай, отравился все равно. Все равно отравился. Подожди, давай к тому. Да, я всем потанцую. Эй, ты. Дурака кусок. Ой-ой-ой, больно. Зря. Ой. Неудобно, как с ними-то... Тихо. Это что такое? Да ё-моё. Нормально. Нет! Тихо, какой Хейзел? Какой желтый палец? Идите нафиг. Не хочу я ни с какими пальцами драться. Как так вышло? Так, мох. И где он? Он ко мне сам может прибежать? Вот здесь, в принципе, может с ним подраться. Хорошая, легонькая территория. Ну и где он? Его пока найдешь. Стихнуться можно. Так. Ой, блядь. Какая прекрасная локация. Как я ее обожаю. Ага, а вот он. А он тоже медленно ходит, да? Тихо. Да угомонись. Ты что творишь? Хейзел. Заебал ты меня, скотина. А, еще и лечится, посмотри на него. О-о-о-о-о. Да это что так? Бра, ебучее болото. Так, давай ты за мной побежишь. Мы с тобой в другом месте немножечко подеремся, да? Почему он мне травится? Так нечестно, у меня фляг нету, это беда. Ладно, по крайней мере, здесь мы недалеко от костра. Где он? Сука. Же ж тварь. А, да? Ты серьезно? Это что за приколы-то такие? Давай, я успею тебя убить. Нет, нет, нет! Как нам с ним поступить? Мне очень легкий противник. Ладно. Херня, прорвемся. Как говорится, все будет, но не сразу. Так, мне нужны мои души. У меня их там немало. А нужно ли мне со всеми этими козлами драться? Нет? Тогда зачем я это делаю? Проще же просто побегать, поискать, что тебе надо, да? Так будет... Легче и проще. Не надо было уголь использовать. Зря. Ну ладно уже. Раз использовали, значит, использовали. Золотой слиток. Старинное платье. Ага, молодцы. Ну, ладно. Тихо. Застрял. Ага. Молодец. Ой. Хорошо, куда-то пришли дальше.
Гомони свои таланты. Добьем. Нормально, нормально. Хорошо. Можно просто побегать, поспирать. Не хочу я с ними драться. Они муторные. Так. Погасить. Ну, тут понятно, что будет. Уже видели. Так что пропустим ролик. Потому что что? А потому что ничего особенного. Так. Так. А давайте сюда. Там что-то... О, это я вернулся, что ли? Самое начало? Неплохо. А я сейчас смогу посидеть, да? Ну да. У меня же вторгся противник. Железная плоть. 11 тысяч. Жалко будет потерять, если вдруг что. Не, ну, это вот одна из моих самых ненавистных локаций. Но она все равно не жестче, чем в первой части, когда спускаешься сначала по канализации, потом все ниже и ниже. Путь Квилик, не помню, как называется место. Вот и его хоть убей, не помню. Эх, стреляет где-то, а? Стреляет. Большая душа. Чё тебе надо? Ага, спасибо. Отвали! Отвали! Ага, вас мне еще тут не хватало. Где я вообще? Где я? Кто я и что я тут делаю? Опа. Тут что-то... Какое-то спокойное местечко. Ага, понял. Так, где-то еще один подъем должен быть, где мы потушим пламя. Ага, это я назад вернулся, понял. Там у нас что-то есть. Вон еще что-то. Тихо. Тихо, не дурите. Так, 6 фляг, нормально, еще можно побегать. 40. Опа! Ну-ка, что там у нас? Что-то прикольное должно быть. Давай, 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 давай. Сет безымянного солдата, хорошо. Тихо. Ага. Собери, подбери! Осколок титанита, хорошо. Допустим. Идем дальше, вон что-то есть. Куда побежим? А, ой, там можно подлечиться. Прекрасно. Давай, 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 давай. Ты можешь. Молодец. Тут у нас что? Меч трава волчьей крови, ну. Бесполезно для нас. Подлечились, талисман солнца. Довольно хороший талисман, неплохой, насколько я помню. Так, вон, вижу лут. Вижу, что-то лежит. Надо прыгать туда, кувыркаться. Не достанешь, ай. Ну ладно, одна не так страшно. Отошел. Ага, что тут у нас? Комок пурпурного мха. Так, опять сначала вернулся. Серьезно? Уйди! Уйди, противный! Так, а вы что тут прячете? Ничего? Да я мимо пройду. Можем, кстати, посидеть, полечиться. А, ну конечно. Не сможем, да? Ну-ка давайте попробуем. Нет, нельзя. Так, ну это ладно, это эти тут сейчас ходят. Находится.
Нет, все равно нельзя. К сожалению. Пока мы не победим того Хейзела, или пока нас не убьют, мы не сможем ни посидеть, ни телепортироваться никуда. Достаточно печальное известие. Я не успел прочитать, что я подобрал. Ладно, потом посмотрю. Так. Кстати, яд почти спал. Это неплохо. Вон, на что-то... А, кстати, вот тут же, да? Да, вот последний факел. Осколок титанита. Отлично. Эй! Привет! Ай! Я думал... Тихо, подожди! Что? Подожди! Не успел от болота отравления отправиться. Тихо! Хорошо. Как они на меня новое нацепили. Стыдники. Вот. Вот сейчас можно посмотреть, потому что воротина должна открыться. Как я и говорил. 52 минуты у нас, да? Чувствую, что мы еще очень много чего не обследовали. Много чего можно было бы подобрать. Не надо. Ну, ладно, сейчас посмотрим. Сейчас, наверное, пойдем пешочком. До ворот. Что по пути соберем, то соберем. Что не соберем, ну, значит, все. Ну, вот так вот оглядываясь, я ничего не вижу. К тому я не хочу подходить. О, вон что-то есть. Давайте заберем. Долбанное болото. Двуручный меч. Так. Там ворота нет? Отстань. Отвали. Отвали, животное. У меня здоровья нет. Блять, а у меня не здоровье, ни хрена. Лечиться нечем. Печально. Очень-очень-очень печально. Тихо. Ага! Тебя еще не хватало. Я ж потом не найду свои души. Беда, 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 беда. Вон, нашел. Не надо, еще бы слизяк меня добил бы, а? Сейчас, конечно. Отошел. Бежим, нормально, все, души мы не потеряли. Души мы легко найдем и все заберем. Отлично. Прекрасно. А сюда есть смысл мне идти? А сюда никакого смысла мне идти нет? Ой, все, да не, это конец. Хотя, может, смогу до костра добежать, не знаю, может получится. Камень утраты, попутно все собираем. А, ну да, яд, я забыл про яд. Ладно, продолжим мы в следующей серии. А пока что всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, кому понравилось, кому не понравилось, соответственно, дизлайки. Подписывайтесь на ВК-плейлайф, YouTube, Boost, телеграм-канал. Еще раз всем огромное спасибо, чмок, пупок. Пока.